Всем привет! Сегодня печем шоколадные кексы. Я взяла 200 граммов муки, 150 граммов сахара, 150 граммов кефира, одно яйцо, 50 граммов сливочного масла. Масло растопила и остудила. Чайная ложка соды и возьмем 2 столовые ложки какао с большой горкой. Сначала смешиваем все сухие ингредиенты. Ну вот так вот, да, видно, сколько какао. Ой, это кефир. Добавляем сахар. Все смешиваем. Добавляем яйцо, кефир и сливочное масло. И замешиваем тесто. Вот такое тесто у меня получилось. Раскладываем формочки. Отправляем кексы в духовку ориентировочно на 20 минут. Выпекаем при температуре 180 градусов. Кексы выпекались 25 минут, так что ориентируйтесь по своей духовке. Ну, вот они уже готовы, немножко остыли. Вот такие вот кексики. Кексы можно посыпать сахарной пудрой или украсить по-другому на ваше усмотрение. Рецепт очень простой и доступный. Продукты есть в каждом доме. Так что рекомендую попробовать. Просто, быстро и вкусно. А на сегодня у нас все. Спасибо, что были с нами. До новых встреч, до новых вкусных рецептов. Пока-пока!